Первые выпускники Конаковской мастерской художественных промыслов получили сертификаты о завершении обучения. В торжественной церемонии непосредственное участие принял депутат Государственной Думы и руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев. Мастерская художественных промыслов – уникальный проект, направленный на сохранение промысла художников-керамистов. С 1809 года в Конаковском районе ведется производство и роспись высокохудожественных изделий из керамики. Сейчас оно находится под угрозой исчезновения. После банкротства и закрытия 15 лет назад фаянсового завода образовался пробел в преемственности передачи опыта носителей традиционного ремесла молодому поколению. На сегодня навыками конаковской росписи владеют всего несколько мастеров пожилого возраста. Этот промысел может быть утерян, если не создать условий для передачи их мастерства. Это, наверное, такой уникальный шанс, когда попробовать очень оперативно, очень быстро вот эту вот дыру в 18 лет преемственности заполнить. И видя интерес и людей к этому занятию, вы видите, какие работы представлены, и видя интерес властей всех уровней, и района, и области, и Государственной Думы, я понимаю, что этот шанс мы можем успеть. Проект реализуется в сотрудничестве с производственной компанией «Конаковский фаянс» при финансовой поддержке фонда президентских грантов, созданного по инициативе главы государства. Участниками смогли стать как взрослые, так и дети. Все они пришли на церемонию в центре «Конаковский фаянс», где смогли показать гостям праздника сделанные своими руками изделия из керамики. В мероприятии приняли участие их наставники, как профессиональные художники, так и волонтеры, бывшие работники Конаковского фаянсового завода. Если я правильно понимаю, 40 учеников. Да. 40 учеников. И все же приходили, правильно? Да. Смотрите, какие замечательные работы. Я теперь даже знаю, вот здесь выставлены. Да. Ну, мне трудно судить, но есть такие работы, которые просто вызывают желание их приобрести. Проект «Мастерская художественных промыслов» позволит молодежи не только обучиться народному промыслу. Это возможность трудоустроиться, иметь любимую работу и самореализоваться в жизни, подчеркнул Владимир Васильев, напутствуя выпускников.